На пересечении улицы Ленина и первого проезда Михельсона начали обустройство тротуара перед наземным переходом. Жители округа неоднократно обращались с просьбой привести в порядок пешеходную зону. Укладку асфальта рабочие завершат в течение 2 дней. Также на этом участке ликвидируют несанкционированный переход к железной дороге. Создаем некие, я оцениваю, благоприятные такие, ну, условия для прохода жителей по тротуарам, скажем, к переходам, к станции, к автобусным остановкам. И если есть вопросы или пожелания, то говорите, пишите, в социальных сетях об этом говорите. И мы будем ставить план и будем пошагово, планово обустроивать люберцы и поселки. В этом году в городском округе отремонтировали 18 тротуаров общей протяженностью более 7300 квадратных метров. На данный момент формируется адресный перечень объектов, которые войдут в план 2022 года.